список крупнейших государств в истории в список включаются только государства прошлого. Британская империя. Площадь около 35,5 миллионов квадратных километров. Экспансия 17-20 века. Наивысший расцвет, конец 19 начало 20 века. Краткое описание, Британская империя была морской и колониальной державой, охватывающей территории в Северной Америке, Африке, Азии, Океане и Карибском бассейне. Столица, Лондон, Монгольская империя. Площадь около 24 миллионов квадратных километров. Экспансия, 13 век. Наивысший расцвет, 13 век. Краткое описание, под предводительством Чингисхана и его наследников Монгольская империя стала крупнейшей в истории, охватывая значительные части Азии и Европы. Столица, Каракарум, затем Пекин, Китай. Российская империя. Площадь около 22,8 миллионов квадратных километров. Экспансия 18-20 века. Наивысший рассвет, 19 век. Краткое описание, Российская империя охватывала огромные территории в Европе и Азии, включая Сибирь и Дальний Восток. Столица, Санкт-Петербург, затем Москва. СССР, Советский Союз. Площадь, около 22,4 миллионов квадратных километров. Экспансия, 20 век. Наивысший расцвет, середина 20 века. Краткое описание, СССР охватывал огромные территории в Европе и Азии, став одним из крупнейших государств в истории. Столица – Москва. Испанская империя. Площадь – около 13,7 миллионов квадратных километров. Экспансия 15-18 века. Наивысший расцвет 16-17 века. Краткое описание. Испанская империя включала колонии в Латинской Америке, Северной Америке, Азии и Африке, делая ее одной из крупнейших колониальных империй. Столица ⁇ Мадрид. Все, кто досмотрел, спасибо за просмотр. Пока.